такое душа. Тут на самом деле очень легко ошибиться. По причине того, что мы себе не представляем, что такое диапазон возможностей духа. Когда едешь. Но ее надо как-то начертить на доске геометрической. И она выглядит у нас как трубка. В эту трубку залазит дух. И через нее перелазит куда-то вниз, в сторону, ну, куда угодно. Короче, переходник духа с одного места в другое. То, что соединяет единовременно человека, все четыре компонента у него, и душа. Слово душа, она подменяется на слово дух, дух на слово душа. Все называют душу бессмертной. Правильно ли это? То есть спасете свою бессмертную душу. Душа действительно бессмертна. Почему? Потому что дух бессмертен, а его диапазон возможностей соответственно с ним. Как выглядит душа человеческая? Вот все, что вы можете, весь диапазон ваших возможностей, все вместе слагаемо. И как бы души две у человека. Два диапазона. Диапазон человеческий вместе с духом, да, самой конструкции. Ну вот, когда она полная, в сборе, да? В сборке. И когда без сборки, когда ничего нет, вот где трех этажей нет, всего нет этого, и остается только один дух. Да? У него свои возможности. Отдельно. А это, по сути, одна и та же личность. Дело в том, что когда мы имеем человека, мы имеем конструкцию еще физического тела. А его возможности что? Сильно ограничены. Конечно, абсолютно верно. Сейчас я вас засуну минус 50 градусов. И посмотрим. Понятно, да? И если ваши духовные возможности малы, то и человеческие, что проистекающие малы. Если духовные безграничны, то и человеческие очень высокодиапазонные. Понятно, да? Говорят, что у человека две души. Точнее, если быть еще точнее, их три. Но благодаря тому, что мы все пытаемся как бы упростить, мы говорим две. Одна божественная, другая животная. Душа. На самом деле, их не две, их три. Есть животная душа человеческая, переходная душа, ну то есть переходник, и дух, и божественная душа. Все это вот, три в одном включено. Ее диапазон меры славянской. Помните эту гору Сумеру, да? Да, это божественная душа. То есть та конструкция, которую эксплуатирует дух для того, чтобы творить. Вот от желания, видите, до материи, это какая же? Животная душа. И ролевая составляющая человека, или энергетическая составляющая человека. Вот она, эта душа, как бы, объединяющая. Да, то есть переходная душа. И есть еще комбинированный диапазон, так называемый. Это от материи до СНВ-2 духа. Последний, четвертый комбинированный диапазон. Человеческий комбинированный диапазон. Тоже, как бы, четвертая душа. Вот теперь вам понятно чертеж души человеческой. Мы говорим, что дух воплощается посредством этой конструкции в трех вещах. В роли, в слове и в системе координат. Да? Когда мы говорим о системе координат, это используется вот этот вот верхний духовный диапазон. Видите? Вот. Воплощение духа. Мера воплощения духа в системе координат. Да, если сумма. Вот это воплощение духа в роли. Видите? В переходнике. И вот воплощение духа что, в зеленом в слове, да? Снизу вверх, да? Вот, видите, три воплощения существует. Вот так выглядит душа человеческая в полном диапазоне ее возможностей.
душа человеческая, выложенная на доску.